В биографии талантливого артиста скрываются некоторые удивительные факты. После запуска песни «Я русский певец» Ярослав Дронов стал невероятно популярным. Эта патриотическая композиция сразу нашла себе множество поклонников и стала своеобразным гимном. Идеально сочетается с песней «Образом шаман», белокурый парень со светлыми глазами, полностью соответствующий представлению о славянской внешности. Однако в его биографии есть некоторые противоречивые моменты. Согласно открытым источникам, Дронов является даргинцем, представителем одного из коренных народов Дагестана. Хотя по внешним признакам он не совсем соответствует этому описанию, так как даргинцы обычно высокого роста, с темными волосами и светлой расцветкой глаз. Кроме того, в биографии шамана указано, что у его родителей есть и другие корни, но точно неизвестно, какие именно. Несмотря на это, Дронов не исповедует ислам. Он снял один из своих клипов в православном храме и выступал вместе с церковным хором храма Казанской иконы Божией Матери в Кузнецке. Фамилия Дронов, по происхождению, также является русской, она сложилась в древней православной традиции на Руси, когда детей именовали в честь святых, и происходит от уменьшительно-ласкательного имени Андрей, Дронь, Дрон. По другой версии, фамилия могла образоваться по названию поселения, из которого вышли его предки, например, поселка Дронова.